Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала Step Family. Сегодня у нас супчик с куриной грудкой с вермишелью. Даша, ты то вообще это. У нас разные сегодня капусточки разные. Также у нас тут огурцы, колбаска, сырочек. Помоги, пожалуйста. Давай, тут уже Даша полсупа своего пролила. Поэтому давай лучше я открою. Твоего вообще-то. Я думаю, что ты сейчас твоего, моего. Будешь открывать. Так, хлебушка, правда, нету, но переживем. Это не хлебушек, это травля организма. А он берет? Сказала Настя. Какая польза от хлеба? И съела бы хлеб, если бы он был. Вообще не съела бы. Я, кстати, так от него отвыкла уже. Что такое? Все, опять? Максимум хлебцы. Ну, не вот так вот. Нормальная еда. Так и хлебцов тоже нет. Ну, хлебец бы съела, я вот прошу, а хлеб... Ты что, я думаю, что в скором времени эта ложка папе в голову полетит. Я отворачиваюсь, он ее кидать, да, начинает? Да. У нее забастовка, что на него внимания не обращает. Забастовка. Да, так и есть. Кстати, знаешь, что вспомнила? У нас же там багет остался. Давай его с деткам поделим напополам. Там давай Лешу возьмем, он же покажет. Давай, я возьму Лешу, а ты им разрежь напополам багет. Что? Да? Какой багет? Бутерброд там остался. Багетный. Давай. Ой! Держите. Там как раз тарелочки вот ножичком раз, чекани. Никогда не стой на месте, пам-парам. Никогда не стой на месте, пам-пам. Никогда не стой на месте, пам-парам. Никогда не стой на месте, пам. Никогда не стой на месте, парарам, парарам. Никогда... Даша, давай его на пол. Уже надо на пол уронить, прежде чем есть начинать. Это ж как тради, как ритуал. Как мама вспомнила то, что у нас еще кусочек хлебушка остался. Когда не стой на месте, пам-парарам. И когда не стой на месте, пам-пам. Ладно, я вам даю сказать. Я вам даю слово. Да, лучше мы тебя послушаем. У нас сегодня будет молчаливое видео. А мне вот так неудобно есть. Ну, попробуем. Ну, мне не очень. Наклоняй, пожалуйста, голову. А вот что ты сказала, я раз. Ей не очень понравилось. Хлеб, потому что ржаный. Тебе хлеб не понравился? Давай я съем. Ха-ха-ха. А мне понравился. А мне нет тоже. Девочки. Хлеб ржаный невкусный. Лучше белый, да, Даш? Белый какие-то. Лучше вот так вот. О, вот это вообще клево. Что ж поделаем. Нори. На, мама. Тебя. Вы знаете, мы хотим сделать этот. Суши-торт хотим сделать. Суши? Торт. Это как роллы, но не в скрученном виде, а как в виде торта идет. Слоями. Вау. Очень, очень вкусно должно быть, я думаю. А делается, кстати, просто. Все. Очень просто. Как? Если бы у меня были руки свободны, уже давно сделала. Все есть. Мы, кстати, уже прикупили продукты. Угу. Осталось только время и руки свободны. Это да? Точно. И все. Очень раз. Нужно свободного времени немного. Которого, увы, нет. Вот так вот. Как супчик. Пашенька, как супчик. Вкусно. Так хорошо, что вкусно. Супчики мы любим. Хабаровску привет. Кто у нас кто-нибудь смотрит с Хабаровска, кстати, напишите в комментариях. Точно. Это у тебя запасной? Ты мне уже начинаешь Дашу напоминать. В смысле меня? Потому что давно не делал. Прячу вот так вот. Ну раньше же делала. Давно. Вкусный супчик такой, легенький. Легенький.
спектакль окончен. Гаснет свет. Время-то, можно сказать, еще раннее. У меня такое ощущение, что уже поздний вечер и пора спать ложиться. Мистер, ты что сделал? Ничего. Чего? У тебя изо рта фонтан просто по всем тарелкам. Никто не видел? Значит, не было. А, Даша пошутила. Твою не попала. Халома. Вы что так не делали никогда. Ой, прям я так делаю каждый день. Да? Там, Гарри, когда я ем, я глухо не ем. А чем ты мне так ложишь? Так это может Дашенька, быть тебя? Дашенька, кушай огурчики, пожалуйста. Что, это твой, что ли, был? Запас. Мама. Помнишь, когда мы снимались, на подъемнике поднимались, и нам дяденька улыбнулся, помнишь? Ты испугалась. Да. Устал ты. Съешь, пожалуйста, огурчик. Я его не видела. Я его видела только уже ноги, когда он уже наверх поднимался. Лицо не видела. Испугалась. Ну, испугалась, конечно. Так неожиданно. Сидишь, ешь, а тут перед лицом у тебя вышка. Прям миллиметр для мозгой. Это уже давно было. С людьми. А ты видел? Да недавно, может, месяца два назад. Странно, о, блогер. Два месяца это давно уже. Когда еще там дорогу диаграмм на самокате, ей там кто-то есть. Ну да, где-то месяца два назад. Спектакль окончен, гаснет свет, и многоточий больше нет. Останови музыку. Надо, знаете, что, как там, маму отдельно садить, да? Не пускай она тут поет, стихи рассказывает, да. Танцует, я дайте не знаю. Дайте мне, тусаните меня, сырочек, пожалуйста. Даша, понимаешь, что у тебя тряска сейчас будет? Последний кусочек сыра. Как мама думает плохо о своем ребенке-то? Наверное, Даша, сыроедка. Мама только один съела. А мне еще колбаску. Спасибо. А что, шкурку не снял? Нет? Она со шкуркой. Вообще нормально. Только руку я потрогала. Она вакуумная упаковка. Положи сюда. Пашенька, кушай огурчик, пожалуйста. Даша, ты кушаешь огурчики? Да, уже несколько съела. Дайте мне салфетку срочно. Вот перед тобой. Точно. Я устроена. Давай его сюда. Давай мне его. Я не его. Что ты хочешь? Ничего не могу понять. Он хочет за стол. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Посмотри, вообще не съел. Он на другой налегал. Ты что, тоже давай еще одну ложку съешь. Одну. Хотя бы. Так, и где твоя тут большая ложка? А то будешь голодный ходить. На. На, на, держи, держи. Чё ты как? Он спать уже хочет. Он потом капризничает. Ему, видишь, ему надо постоянно что-то изучать. А когда музыка поедет? Что-то новенькое, что? Когда музыка поедет. На, держи ложечку, на. Чё, клеёночка понравилась тебе? Какая клеёночка. Тишина такая сразу. Детки вышли из-за нет, стола. Нет, просто я села поесть. Чего? Тут взрыв был в бутерброде. Это Пашка его тут потрепал. Да-да-да. Куда ты? Я сейчас я доем и пойду его спать укладывать. Ну конечно, он уже, я прям вижу, что... А ты тут поешь, да? Ну так я уже поел вообще-то. Уже наелся? Мне надо еще поесть. Уже наелся? Да, я уже. Ой, ой. Ну-ка, что такое? Куда вам? Ну давай тогда иди, выкачай, сейчас доем. Все, ладно. Пошли. Пошли качаться.
Пошли. Нет, они заламывают что-то. Пошли качаться. Да я еще думаю, что мне что-то взламывать. Да, я не думаю, поверь мне. Тогда лучше мучишься. Ой, я тут с тобой сижу. Всем пока, пока, пока. Потому что ты заламываешься. Ну ладно. Я с облысника доем. Что-то понаставляли все во всех тарелках. Не знаю, теперь что делать, выливать. Ну, жиденькая, да и ладно. Похлебали. Лёша спать хочет. Сейчас буду его спать укладывать. Такой диетический, легенький. Вкусно. Люблю такие с корочки супчики с вермишельками. Надо борща наварить. Давно борща не варила. Мне такую вот свеклу купил в магазине, огромную. Даже не знаю, что с ней делать. Если борщ варить, надо где-то 1/4 брать. Она очень большая. Остальную надо куда-то пустить. Может быть, салатик сделать. Я думаю, что есть салаты из сырой свеклы. Но хочу посмотреть, какие ингредиенты туда еще кладутся. Потому что сырая свекла очень полезна. Поэтому надо что-то попробовать именно из сырой. Не отварной. Вот. Наверное, еще кусочек колбаски съем вот так вот. С огурчиком. И вот финиш. Как вкусно. Колбаска-то сюда прекрасна. Ну что, друзья, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем до скорой встречи. Пока-пока.